Совсем недавно были здесь с сыном. Да, несколько месяцев прошло. Теперь приехали сюда с двумя. Потому что у дочки был день рождения. И теперь, конечно же, тоже надо подарок. Посмотрим сейчас, что у нас здесь с велосипедами. Просто выбор большой, есть нормальные такие бюрократичные цены. Посмотрим сейчас, что нам покажет это все. Пойдем. Посмотрим, что он здесь, как, почему. По велосипедам, по размеру. Подростковый такой велосипед для девочки. Так, что у нас тут сегодня? Нашел тут классную модель одну. Колеса маловаты. Надо вот... Вот он такой же. Да. Она вот она нам такой же, только чуть-чуть колес побольше. Вот как раз с рамой все, свет есть, все новенькое, 6 скоростей, кстати, нормально. И крылья еще путевые еще. Единственная проблема, у него колесики-то маленькие. Ну ладно, смотрим дальше. Коньки, смотри, как коньки, как раньше в кино были, да? А тут что такое, колеса? Мастер, мне кажется, они светятся, смотри. Там лампочки стоят. Если мы, вот, эти колеса, вот эти колеса можно менять вот здесь на скутере. Видишь, на вот таких самокатах. Здесь тоже еще стоят велосипеды. Вот, смотри, здесь есть такие, другие еще. Побольше. Пойдем посмотрим здесь. Здесь, конечно, вон. 400. Да. С корзинкой уже. Дочь поехала на... Фараде на велосипеде тест-драйв, а он уже летит. Сейчас, короче, тест-драйв, они оба решили. Прикольно сделали они здесь, у них такая дорожка, вон там вот такие вот, как лежачие полицейские, они идут, проверяют амортизацию на велосипеде. Интересная штучка. Пускай прокатится, может, им понравится, я не знаю. Здесь велосипеды есть много, где свет есть, все, но вот. Человеку нравится что-то другое. Вот, для мелких. Мелкие. Ну. Вот цвет классный, да, этот токсичный такой, прям неоновый. Прям видно в темноте. Хороший цвет. Четко. По грязи ездит, поет. Поехали дети тест-драйв делать. Вот так вот. Растут. Это я как-то показывал месяц назад, когда мы здесь были, два уже борды. Вот это мне нравится, это можно заказывать вам со всякими рисуночками, да? Какие-то угодно. Вау, красота. Всякие стили, всякие японские, там, японские гориллы. Вот этот вообще борд. Вот для начинающих. Ну это просто кусок пластмассы, это вообще ни в какие ворота не лезет. Вот это я видел недавно, вообще прикольная тема. Ну, короче, поворачивается прям. Я не знаю, как это называется. Как-то он там прям изворачивается. У него палка здесь такая, для того, чтобы все не развалилось. У меня вот такие вот штучки прикольные. Вот это вот прям вообще вот тема. Вот это уже рама уже мощная, все не пластмассовая. Хорошая штучка. Тут уже колеса отдельно. Вот колесо. 18 евро баллон. Четко. Вот это вот, надо будет об этом подумать. Этот. На скейтборд. Что-то нас здесь давит прям. Как-то неудобно вообще. Надо. О, ослабил. Как горшок. Вон это, вот такой одел. И на Харлее поехали. Подожди, сейчас прикол будет. Блин. Налясас. А что ты будешь делать? Очки не залазит. Вообще не пойдет. Надо снимать. Размера нет моего. Нет размера. Мозг сдавило. А вот еще есть поспортивнее, конечно. Ну, попробуем эти. Что здесь? Ну, здесь такие же размеры, блин. Форма другая. А размеры то же самое. А, я нашел разницу. Разница в цене. Разница всегда есть. Еще один новый велосипед семья. Сейчас машина чуть-чуть
накормим бензином, поедем перекусим, сделаем детям праздник. Ну и бензин хоть на 20 центов дешевле стал, прям на заправку приятно заезжать. Ну, лучше, по крайней мере, чем 4 месяца назад. Давно не были в Макдональдсе, такого мусора я давно не видел, как здесь. Я просто что-то парни перегрелись, не успевают реально. Запасителями не успевают, и что-то бардак такой тут. Чуть-чуть взяли поесть. Сейчас пошел второй раз, хотел посмотрел на кухню, как кухня будет, такой, не, мы сейчас доедаем эти две булочки и едем дальше.